Верховный суд решил, что в случае аварии пострадавшая сторона сможет получить со страховой компании выплату на ремонт машины только с учетом износа. Причем эта сумма уже не превысит лимита в 400 тысяч рублей. В случае, если стоимость восстановления авто превышает указанную выше сумму, с виновника ДТП можно будет взыскать дополнительные средства, но тоже с учетом износа. Таким образом, возместить полную стоимость ремонта будет уже невозможно. Напомню, что в соответствии с новыми поправками в закон об ОСАГО, стоимость ущерба определяется только экспертами-техниками, которые внесены в соответствующий реестр.